Дымить стали меньше, утверждают в Министерстве экологии региона. Объемы выбросов предприятий сократились, значит, воздух сейчас чище, чем 4 года назад. В доказательство специалисты приводят статистику. А статистика – вещь упрямая, с ней не поспоришь. Сейчас расскажу все подробнее. Итак, на долю автотранспорта в Челябинске приходится почти 34% выбросов. 66% – это доля промышленных предприятий, как крупных заводов, так и мелких индивидуальных предпринимателей. За последние 4 года объем загрязнения от них снизился на 134 тонны в год или почти на 27%. За предприятиями установлен экологический контроль. Дисциплинировать промышленников поможет и закон о квотах, предложенный губернатором Борисом Дубровским еще 2 года назад. Сейчас он находится на согласовании в Минприроды и должен быть утвержден в Госдуме в весеннюю сессию. Не дожидаясь его принятия, Минэкология Челябинской области уже создала сводные расчеты для Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Сатки и Карабаша. Кроме того, растут затраты на охрану воздуха на Южном Урале за счет собственных средств бюджета.